13 января в зале торжественных приемов правительства Рязанской области политиков почти не было, только журналисты. Каждый на почтенном расстоянии друг от друга, все в медицинских масках. Впервые за 17 лет награждение победителя областного творческого конкурса «Хрустальный журавль» прошло в таком необычном формате. Он проводится среди региональных журналистов и редакций СМИ. Цель конкурса всегда одна – привлечение внимания журналистов к освещению социально-экономической и общественной жизни области. Жизнь в регионе меняется в лучшую сторону, вы знаете, и рассказывайте об этом. Рассказывайте о проблемах, которые мы решаем и будем решать. За это мне хотелось бы особенно вас поблагодарить. Я очень ценю внимание наших журналистов к самым злободневным и важным для граждан вопросам. Работать на благо людей грамотно, ответственно и профессионально – вот наша общая задача. Лучшая работа оператора, звукорежиссера, редакции районной газеты. Номинаций на конкурсе много. Существуют и специальные для тележурналистов. Организаторы конкурса рассказали, что каждый год количество участников и работ растет, а номинации меняются. Герой нашего времени – путь добра. Всего на конкурсе представлено больше 10 номинаций. Специальная номинация «Гордость земли Рязанской». Победителем становится автор серии видеосюжетов о достижениях наших земляков Валерий Седов, телеканал «Город». Это кадры одного из таких сюжетов. Фридайвер Ольга Давыдова устанавливает рекорд по погружению в ластах в пресной воде. Тогда даже удалось поговорить с чемпионкой, пусть и удаленно. Другой репортаж посвящен победе Анастасии Гасановой на чемпионате России по теннису. Однако журналисты уделяют внимание не только спортивным достижениям. Телекомпания «Город» снимает и остросоциальные сюжеты, рассказывает о достижениях в сфере науки и медицины и о многом другом. А награды на творческом конкурсе только мотивируют журналистов продолжать и улучшать качество работы.